Ребята, убедитесь, пожалуйста, то, что под этим видосиком кнопочка подписки не красная, а серая. Это значит то, что вы подписаны на мой канал. Только самые крутые ребята подписаны на мой канал и не пропускают новые видосики. Поэтому подписывайся, дружище, обязательно, если ты еще не подписан. И помни то, что ты самый лучший. Спасибо то, что меня смотришь. Окей, не буду отвлекать. Приятного просмотра. Хей, бро, если у тебя крутая реакция, то успей поставить лайк за 5 секунд. Ну-ка, проверим. И, кстати, напиши в комментарии, любишь ты Щенячий патруль или же нет. О май гад, ты успел поставить лайк, да ты просто красавчик. Хей, здорово, чуваки, с вами Ролюха, и добро пожаловать обратно в GTA-шечку 5, в котором сегодня мы будем искать призрак Райдера и Щенячьего патруля в GTA 5. Да-да-да, ребята, вы мне сказали, где это находится, вы сказали то, что этот призрак существует, и сегодня мы вместе с Тревором пойдем проверять этот миф. И знаете что, я так думаю, то, что сегодня мы все-таки его найдем. Так что, ребят, смотрите это видео до самого конца, ничего не пролистывайте, не перелистывайте это видео, смотрите прямо от начала и до конца. Кто-то смотрит до конца, в комментиках пишите плюсик, ну, чтобы я понял то, что именно вы досмотрели это видео до самого конца. Ну что же, ребят, давайте я вам покажу, куда нам нужно ехать. Сейчас мы, ребята, вместе с Тревором поедем вот сюда. Вы мне именно вот сюда вот как бы показали это место, и в это место, ребят, нужно приехать ночью. Вот, ребят, у меня сейчас на часах у Тревора, сейчас вам, ребят, покажу. Вот сколько у нас сейчас время. У нас сейчас... 10:30 по игровому времени, ребята. Ну что, начинаем, садимся в наш джипик. И, ребята, короче, поехали. Меточка у нас, ребята, обычного цвета, такая фиолетовенькая. Ну, сейчас мы, ребят, короче, все увидим. Все, ребят, погнали. Кстати говоря, ребята, мне вот очень интересно, вот откуда вы взяли такие мифы? Откуда вы их все берете? Ребята, если у вас есть какие-то еще крутецкие идейки, то, ребята, не стесняйтесь, обязательно заходите в комментарии и пишите свою идейку на следующий видосик, кого мне найти, кого призвать, может быть, да, какого призрака можно найти в GTA 5. Пишите свои идейки, потому что Райдера написали именно вы. Ну что же, ребят, я могу сказать то, что практически доехали до того места. Осталось совсем немножко, 700 метров, это, ребят, очень мало. Все, ребят, последний поворот. Так, сейчас мы посмотрим, куда вы меня, ребята, привели. Так, ребят, ну-ка, и куда же мы приедем? Так, друзья, вот это место, ребята, вот это место, вы гляньте, вот, это какая-то мини-ферма, какие-то два загона, ребята. Так, то есть вы мне, ребят, предлагаете искать призрак Райдера и Щенячьего патруля именно здесь? Хорошо, друзья, ну давайте мы попытаемся здесь кого-нибудь... найти. Может быть, кстати, кто-нибудь в этом ангаре есть? Ребята, вот тут какой-то ангарчик есть. Ну-ка, давайте-ка мы, ребята, залетим и посмотрим. Нет, ребята, ангар совершенно пустой. Но, по идее, ребят, не в ангаре. Очень странно, ребят, очень странно. Ну, я даже не знаю. Ну-ка, может, здесь? Нет, пока что здесь никого нету. Возможно, нам нужно подождать... совсем немного. Возможно, игра еще не успела загрузить призрак Райдера. Ну, давайте мы здесь походим. Может, нам здесь нужно какой-нибудь дьявольский знак нарисовать. Вот у меня есть, ребята, канистра с бензином. Давайте я могу написать здесь... 3 шестерки могу здесь написать, ребята, и поджечь. Давайте попробуем, потому что... ну, как бы, попытка не пытка, ребята, все должно, ребята, у нас получиться. Все-таки вы написали то, что это работает 100%. Ну, хорошо, пишем 3 шестерочки, ребята. Первая шестерочка есть. О, какая красивенькая шестерочка у нас, ребята, да, большая такая. Потому что мы надеемся, то, что у нас все, ребят, получится. Так, вторая шестерочка. Так, немножко я ее, конечно, коряво рисую, но я думаю, Райдер не обидится и все-таки призовется. Вот, вторая шестерочка. Да, конечно, такая немного нелепая, но надеюсь, что все будет хорошо. Так, ребят, и последняя шестерка. Так, последнюю шестерочку, ребята, пишем. Так. Закругление. Так, ну, вроде это похоже на дьявольский знак. 3 шестерки, ребята. Давайте еще, знаете что? Сейчас, ребят, аккуратненько. Крест.
Оп. Так вот, мы сейчас крестик бахнем. Тоже будет немного корявенький, но, блин, все же это будет крест. Во, ребят, смешной крест получился, но да ладно. Хорошо, ребят, давайте попробуем. Я думаю, должно все у нас, ребят, получиться. Поджигаем, поджигаем наше это все дело, наше это все дельце. И сейчас мы узнаем, заработает это или же нет. Так, шестерочки начали гореть. И... Так, ребята, что... Что такое загрузочка какая-то? Хорошо, подождем, ребят, подождем, подождем. Походу, ребят, у нас все получается. И это очень и очень, ребята, круто. Давайте посмотрим, что вообще у нас сейчас произойдет. Так, ребята. О, ребята, я вижу райдера. Я вижу райдера и щенячьего патруля. Ребята, это призрак, ребят, вы молодцы. Вы просто молодцы, то что дали мне такую идейку. Мы, ребят, вместе с вами нашли призрак райдера в GTA 5. Вот он, молодой, идет. А куда это он, ребята, идет? Давайте-ка мы посмотрим. Идет он куда-то вон в тот, ребята, дом. Так, не мешайся здесь. Короче, ребят, он идет в соседний дом, в котором, ребят, горит свет. И мне очень интересно, что он там вообще, ребятушки, забыл. О май гад, ребят. Ну вы видели, мы нашли призрака райдера вот тут, ребят. Офигеть, вы просто большие молодцы. Хорошо, ребят, он идет. Ну, он сейчас, я так думаю, дойдет до этого дома. Конечно, очень странно все это смотрится и все это выглядит. Но сейчас мы, ребята, все это узнаем. Так, вот он, ребята, идет, идет. Ну и что? Он как бы... Не понял! Он упал, друзья! Он только что... Он вот сюда вот встал и упал. Тем более я, ну, в него даже не стрелял. Что, ребята, за дела? Вот это да! О май гад! И что? Так, на меня кто-то идет. Он же на меня идет? Нет, он просто... О май... Что? Какая-то опять загрузка, ребята, все потемнело. Да ну! Что вообще, как бы... Сейчас-то может произойти... О, он пропал, друзья! Его больше здесь нету! О май гад! И чего? И чего нам дальше делать, друзья? Он А! Ребята, вот он! Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он! Он ожил! Ребята, откуда он прибежал? Он что, был за домом за этим? Ребята, он ожил! Он живой! И он на меня, ребята, охотится! Что он хочет? Он хочет меня побить? Эй! Давай лучше подружимся! Что ты меня бьешь? О! Все, ты меня не будешь бить? А, он все-таки меня хочет ударить, ребят. Ну-ка посмотрим. Да, ребят. Не, братишка, давай-ка по-хорошему. Не, я тебя не хочу бить. Ты вроде как хороший парень, но успокойся. Да успокойся ты. Хватит. Если будешь лезть, еще дам лящика. Блин, он, ребят, что-то какой-то неугомонный. Не, ну ты серьезно, я тебя не хочу бить. Ты прикольный, ты в мультике вообще классный чувак. Эй, перестань ко мне лезть. Видишь, даже тебя Тревор не хочет бить. Блин. Ай-яй-яй, ребятки, ай-яй-яй-яй-яй. Да хватит, блин, отстань. Отстань, уйди. Ляг, все, хватит, ты меня уже взбесил. Ты плохой райдер, ты плохой призрак райдера. Хватит, хватит. Все вроде, ребят. Этот парень готов. И по идее, ребята, все. Но что-то мне подсказывает то, что это не все. Как бы это ни было, ребята, сейчас загадочно, но, походу, это не все. И нам, походу, сейчас нужно уйти с этой территории. И, по идее, сейчас будет последняя миссия. Я так понимаю просто, ну, я так думаю. О, да, ребята, все потемнело. Ну, давайте мы сейчас, собственно, и посмотрим, что нас будет ждать дальше. Потому что, ребята, наш ко... Не понял. Где... Мы на какой-то горе! Это вот он, настоящий призрак райдера. Это, походу, хороший райдер, который куда-то, ребята, идет. Эй, куда ты идешь? Что ты там забыл? Бро, тут очень высоко. Не по... Эй, эй, стой, не скатывайся! Ты... Ребята, райдер скатывается. Ты куда? Ребята, я его даже не вижу. Где он? Вон он, ребят, летит. Видали? Я что-то вообще в шоке. Стоп, а тут же... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ребята, тут очень высоко, блин. Ай-яй, вот прикиньте, с этой горы летел райдер из щенячьего патруля. Блин, друзья.
Все, давай аккуратненько, пожалуйста, хватит, хватит, хватит. Вот это высота! А где сам райдер-то? Он что, серьезно скатился вообще в самый низ? Друзья, да ну, мне что-то это даже не верится. Райдер вообще в самом низу, что ли? Потому что я его, ребят, не вижу. Ну-ка, давайте-ка... Ну, блин, хватит, Тревор, катиться. Тревор, перестань катиться. Я хочу посмотреть, где райдер. Блин, все, остановись. Остановись, молодец. Так, ребят, я открыл камеру, ну, свободную камеру. Где вообще райдер? Он просто вот с этой горы, ребята, улетел. Вниз полетел, получается, вот по такой траектории. Траектории вот по такой он полетел, 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 полетел. И пойти... А, ребята, вот райдер лежит. Нам осталось совсем чуть-чуть дойти. Совсем чуть-чуть, ребята, мы доходим. Аккуратненько, только нам бы не упасть. Не, ну тут, конечно, упасть можно. Блин, окей, 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 падаем. И вот он, ребята, райдер. Настоящий призрак райдера, который... Ребята, в GTA 5 погиб, упав с большой горы. Да, ребята, жизнь у него красная. И это значит то, что он, ребята, в GTA 5 умер. Ой, ребята, вот такие дела, ребят. Да, мы нашли настоящего призрака райдера по вашей идее в GTA 5. Не, ребят, вы молодцы, то, что вы такие идеи, конечно, в комментариях пишете, потому что это очень интересно. Я никогда бы не подумал, что можно в GTA 5 найти призрака райдера, но он на самом деле есть, и вот вы сами узнали, каким образом он, ребята, в GTA 5 находится, да. Тут его призрак, и он, ребята, погиб. Вот такие, ребята, дела. Ну что, ребят, я думаю, на этом видосик можно заканчивать. Присылайте свои идеи в комментариях, если они будут очень крутыми, то я их обязательно сниму. Ну, а с вами был Райлюха, мы с вами, ребята, увидимся в новых видосиках. Никогда их не пропускайте, видосики выходят, ребята, каждый день. Вот, ребят, завтра будет новый видосик. Ну все, ребят, большое спасибо всем, с вами был Райлюха, увидимся завтра. Всем удачи, ребят, не болейте, и всем, ребята, пока-пока-пока-пока. Все, ребят, всем покеда! Но я пошел дальше играть в GTA 5.